Друзья, у меня отличная новость. Закончился интенсив Keto Light Маши Тафье «Все секреты». Победительница сбросила 8 килограмм 200 грамм с веса 106 килограмм до веса 97 килограмм 800 грамм. Похудела сразу на 2 размера. Она большая молодец. Многие девчонки сбросили по 3, 5, 6, 7 килограмм, 8 килограмм. И будут продолжать, но самое главное, они научились тому, как худеть без голода, без подсчета калорий, как питаться вкусно и разнообразно, улучшать свое здоровье. Я думаю, что вам это тоже нужно. Приходите ко мне на интенсив, открыт набор в новую октябрьскую группу. Стартуем мы 16 октября, готовиться начнем уже в это воскресенье. Стоимость 11 900 рублей. Я даю вам скидку 20%. Переходите внизу по ссылочке и оплачивайте. Не тяните. До Нового года осталось уже совсем мало времени. Тянуть больше некуда. А я вам сейчас покажу, что вкусненького мы будем там есть. Приступаем. На завтрак приготовим шоколадный торт без муки, сахара и глютена. Его особенность в том, что он усиливает похудение, есть его можно без ограничений. На обед у нас будут вот такие макарошки. Ширатаки – это лапша, которую нам можно. Веганское ризотто из цветной капусты на ужин. Для торта я взяла 100 грамм шоколада без сахара. Можно взять Азеру на стевии, Линд 99% или Спартак 85%. Растопила его в микроволновке и добавила 70 грамм сливочного масла. Мягкого все перемешала. Теперь я добавляю 40 грамм пудры эритрита и тоже тщательно размешиваю. Пока оставляю в сторонку, чтобы все остыло. Я взяла 3 яйца и разделила белки и желтки. Начинаю взбивать белки. Взбиваю сначала недолго, до легкой пены. После этого добавляю в пену еще 40 грамм эритрита и немножечко ванилина. И продолжаю взбивать. Теперь нам нужно взбивать тщательно, пока пена не станет плотной. Это состояние называется допик. Проверяем, вот такие пики должны у нас получиться. А плотные, но мягкие, это то, что нам нужно. Так, продолжим. У нас как раз остыл шоколад. В него я добавляю 3 яичных желтка и тщательно перемешиваю. Пока я мешаю, посмотрите, моя шоколадная масса становится плотной. Так и должно быть. Она очень красивая и, кстати, очень вкусная. Я добавляю еще несколько капель стевии по вкусу. Теперь наша задача аккуратненько лопаточкой, миксер не включаем, смешать шоколадную массу со взбитыми белками. Добавляю порционно и перемешиваю. В конце 50 грамм голубики. Можно взять клубничку, смородину, ну или обойтись без ягод. Выливаю в форму. Кстати, вот эта вот бумага вам не нужна. Можете использовать силиконовую или железную форму, чтобы потом, знаете, не пришлось ее отдирать. Выпекаем 35 минут при температуре 170 градусов. Я люблю, кстати, этот тортик еще и дополнить сливочным маслом. На обед готовим лапшу ширатаки. Купить ее можно на Wildberries, либо в больших гипермаркетах. Важно правильно ее подготовить. Смотрите, я ее выложила из пакета, хорошо промыла. Теперь отправляю в кипящую воду на 5 минут. Сливаю и оставляю стечь. Если этого не сделать, у ширатаки будет неприятный запах. Ну, я тем временем, пока моя ширатаки остывает, режу овощи, морковочку, четверть луковички и один зубчик чесночка. Если у вас есть перчик, возьмите еще половинку сладкого перца. Жарить я буду на масле авокадо. Это для нас самое полезное масло для жарки. Отправляю туда свои овощи. Можно, кстати, еще зеленую фасольку взять, тоже очень вкусно. Это моя индейка, 300 грамм бедра индейки. Если оно будет с кожей, это еще лучше. Если это будет утка или гусь, это еще лучше. Можете также использовать бекончик, будет тоже отлично.
Обжарила, ну, буквально 5-7 минут, индейка жарится быстро. К ней добавляю широтаки, широтаки отлично впитывает масло, поэтому я его немного подлила. И последний штрих – это соевый соус. Заметьте, соль я не клала, а зубчик рубленый чеснока я положила вместе с широтаки, чтобы он не сгорел. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Кажется, ничего не забыла, и это очень просто. Если приготовите пару раз, вы поймете какой-то отличный рецепт. И широтаки можно готовить по-разному, и с сыром, и со сливками, и, в общем, с разными добавками. Лапшичка очень вкусная. Универсальный десерт на Keto Light – это ягоды. Ешьте каждый день 50-100 грамм. Итак, к ужину. Вы у меня часто просите какие-то вегетарианские или веганские рецепты, потому что мясо есть тяжеловато. Согласна, поэтому сегодня мы сделаем ризотто из цветной капусты. Я взяла 700 грамм цветной капусты, потерла ее, можно на терке, у меня электротерка, можно в измельчителе. Также обжариваю на масле авокадо, естественно, вы можете использовать любое растительное масло. Подсаливаю и добавляю карри, мне очень нравится. Один зубчик чеснока и 300 грамм кокосового молока. У меня вот такое Aroid D, 17% жирности, это важно. Кокосовое молоко или сливки обязательно должны быть жирными и низкоуглеводными. Накрываю крышечкой и оставляю тушиться, ну, где-то минут на 10-15. Вот посмотрите, какая красота у меня получилась. Сверху я посыпала арахисом, ну, взяла, наверное, грамм 20 на порцию. И дрожжами веган-пармезан. Они очень полезны, это для нас источник витаминов группы В. И плюс они просто вкусные, заменяют собой соль, сыр и сухарики. Вот и все, друзья, поддержите меня лайком, в течение дня не забудьте выпить 1,5 литра воды и просто идите вперед, дорогу осилит идущий.